купила свою любимую пряжу Alize Puff. Вот такой вот меланжевый цвет. Пряжа это очень мягкая, очень нежная на ощупь. Хочу связать из нее покрывало. Уже вязала детям комплект покрывала и подушки. Сейчас хочу себе связать. Вот у меня тут помощница рядышком. Моя косулька ненаглядная. Вот такой вот цвет будет нежненький, зефирный. И сейчас начну вязать и все вам покажу. Эта пряжа просто супер вяжется. Легко, просто и получится даже у тех, кто абсолютно не умеет вязать. Если что, цвет указывается вот здесь вот. Номер 5938. Ну и вот такое у меня получилось большое покрывало. Ширина 1,70 м и в длину 2 м. То есть прям полностью на всю мою кровать. Запах тут у меня небольшой идет прям, ну, буквально по 7 см с каждой стороны. Как я вам уже говорила, пряжа такая прямо мягкая-мягкая, нежная-нежная. И еще вот покрывало уже довязала, но пока подклад никакой не сделала. Я детям такой комплектик вязала, им вот пришила подкладик хбшный, и прям к телу приятно, и укрываться приятно, думаю, тоже сделать с подкладиком. И еще хочу на подушке тоже навязать, как типа наволочки, чтобы уже было комплектом. Так что вот прямо влюбилась я в эту пряжку. Alize Puff вяжется быстро, легко, получается очень мягкое, приятное к телу. Эти вот атаковали товарищи, видимо, считают, что это для них связала, да? Для вас связала, да? Мягенько вам тут, приятненько. Вот им пряжа это тоже нравится, у них тоже одеялки я им вязала, покрывальцы на их кроваточке. Так что они тоже любят на таком спать, на мягеньком, на приятненьком. Так что вот кто не умеет вязать или кому лень вязать, вот эта пряжа для вас. Вяжется прямо без спиц, без крючков, только пальцами. Петли большие, вот можете посмотреть. То есть вот они, петельки какие крупные. Поэтому вязка получается быстрая. И получится 100%, хоть у новичка, хоть, ну, у профессионала-то, естественно, само собой получится. Ну вот, всех целуем. Всех обнимаем. Счастья много вам желаем. Да, малыши? Малыши-карандаши, передайте всем привет. А Буся вот тут рядышком. Вот стесняшка у нас. Говорит, я в съемках не участвую. Всем удачи, здоровья и пока-пока.